Блять, еще и появился хер. Ну, может, обратно войдем? Пошли обратно. Я что-то появился хер знает где. Как-то грустно слишком. Ну все равно хер знает где. Как мне туда попасть? Чего? Я нихуя не понял. Бля, она все равно успеет, да? Да, блядь, ну это из-за фризов ебучих. Я просто в шоке, у меня реально жестко фризит. Подумал, отдай-ка я... Ну вы поняли, да? Хорошая спина, сестра. Что у нее со скоростью? Блять. Смотрите, что делает. Ладно, может там не у всех фонарики. Ну это пиздец. Все, я пон, пацанов. Вот это чисто из-за лагов, блять. Меня просто кидануло нахуй не туда. Что-то, блядь, происходит, я понять не могу. Блядь, их там две было, в смысле, куда-то уехал. А можно врезаться? Ну, я обоссан здесь, конечно, жестко. Да, блядь! А ему похуй, да, он назад вообще не смотрит, типа... Вообще похую. Ну и все, блять, уехал нахуй. Это пиздец. Where's my money, bitch? Никогда не пойму, как в эти деревья вообще можно врезаться. Давай. Ну что это было, господи? Да-да-да, пошел я нахуй, блять, да? Просто пошел я нахуй. Ела, блядь. Ну что это, блядь, такое? Ну я не могу это просто. Блядь, да ты серьезно? А, ну да, я, конечно, блядь, ебаный гений. You disappoint me. Do you actually think you can defeat me? Унижаю, блять, меня только что унизили нахуй. Как же так получается? Все так быстро кончается. И не так уже вечером. А ты шо? Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямая. Будь что бы ни случилось, от зари до зари, ай-яй-яй, сны до них.
Ну и тебя тоже возьмем. Ладно, не возьмем. Ну тут, конечно, я поторопился здесь. Да ты охуел! Рано, братишка! Не, ну хорош, задумка хорошая, реализация, правда, плохая. Тяу. Так, один есть. Пойдет. Блять, что? Что? Ну это слишком легко. Спринт. Сегодня против Аньки жестко играл, это был ты, это был я. Поэтому я ее слева поставил, специально обходил. Вы этого не видели. Так, ну что, камбэчная получается? Так. Ждем. I like digging holes and hiding things inside them. Кто додумался, почему я так сделал, а? Минус один. Я не забываю про ваншоты. Да ваншоты забывают про меня. Блять. Ну, можно сказать, что ваншот. Давайте ваншот. Пусть это будет ваншот. Я, короче, поразевал немножко, но ваншот, честно. Сука, за двумя зайцами, блядь, ни одного нахуй. It's
дурак, блядь? Какое с фонариком? Как не задел? Надо добивать его. Блять, поздно сообразил. Он испарился. Блять, ну я, конечно, пиздец, конечно, пригожен нахуй. Ебать. Дэнчик слазит. Должен был отхватывать, ты ж понимаешь. Ты чего, охуел, блядь? А, Денчик это так ёбаный. А ты чё, уворачиваться не? Не для тебя это, бро? Ну чуть-чуть. На нахуй. Ну нет, ну зачем? Нихуй! Нихуя не понял? Но очень интересно. Ну почему? Ну, а вот это сейчас чисто у меня пролагало, честно, серьезно. Да-да! Бля, чуть не тэпнулся наверх. Вот тебе за ничто игра. Ну типа, интересно, ну кому-то, наверное. Ага. Как бы вот осколок. Вы поняли? Вот осколок против Нюрсы — это вообще просто must have. В кавычках нет нахуй. Это бесполезная херня против Нюрсы. Охуите. Да что? Ну что такое? Да блин, блин, блин.
Да блять! Да блять! Наебывает. Жестко наебывает. Чел, короче, хочет, чтобы я его на тех воротах искал, и он при этом побежит сейчас на эти. Нет, она не осталась. Вот 100% не осталась. Умом нахуй! Умом, в смысле нихуя? Умом! Умом говорю! Я знаю такие фишки. Кто? Кто? Вот кто сомневался во мне? Мне кажется, все, блядь. Вот сейчас 58 человек здесь, все, сука, сомневались. Все такие, да она там осталась, да, блядь, осталась. Угу, осталась.